私が見せてあげる。Привет, мои котятки! Меня зовут Лори, и в этом видео я хочу с вами попробовать необычный способ переодевашек в игре Hi-Rez. Суть этих переодевашек довольно проста. У меня будет рулетка с цветами и список того, что я буду надевать на себя и менять в своей внешности. Когда определенный цвет будет выпадать на рулетке, я буду по списку менять свою внешность. И в итоге мы посмотрим, что же у меня выйдет. Может быть, что-то красивое, а может быть, вообще чудовище. А перед началом этого ролика я хочу вам сказать огромное спасибо за 1000 подписчиков. Мне очень приятно и здорово от того, что так много людей откликнулось на мое творчество. Спасибо вам большое. Приятного просмотра. Я просто хотела быть кому-нибудь нужной, но меня позабыли в шкафу, словно куклу, что появится на полке, потому что ты вырос и больше не веришь в волшебные книжки. Может, в следующей жизни я буду планетой, что сгорает, освещает и греет всех светом мимо окон твоих. Я пролечу и нежно коснусь лучом по плечу. Я же верю всем, кто когда-то входил в мою жизнь, полки ключи, словно дождь стороной проходили дни, отдаляю тебя все быстрее, без ответа и новостей. За окном метели, я дождусь, я верю, что однажды пробьется рассвет. И на ней я когда-то встречу тебя, будто все, как и прежде, я вновь улыбаюсь. И навстречу к тебе я бегу, спотыкаюсь, как хруста разбивается сердце мое, когда вновь вспоминаю, что все это сон, я же верю. И вот такой вот наряд у меня получился. В принципе, неплохой, я бы даже сказала, даже очень хороший. Единственное, что мне не нравится, это обувь, а так... неплохо. Я бы, конечно, еще и цвет кожи сделала адекватным, но и так сойдет. Спасибо большое за просмотр. В комментариях ты можешь поделиться своим мнением по поводу видео и посоветовать мне идеи для следующих роликов. А если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, мне будет очень приятно. А с вами была Лори, всех люблю!